Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствую я, Юлия Север. Вы смотрите программу «Универсальный формат». Как всегда, в 13:05 мы знакомим вас с интересными людьми, рассказываем об интересных событиях. Что ж, сегодня, 12 июня, наша страна отмечает важный государственный праздник – День России. Наверное, это один из самых главных праздников нас как именно патриотов. Что ж, это один из самых молодых праздников, между прочим. Ну и, конечно же, я вас поздравляю, наши дорогие друзья, наши уважаемые телезрители. Ну и не только я вас буду сегодня поздравлять, а наши прекрасные гости. Назвали нашу тему сегодня так: «Здесь русский дух», потому что, мне кажется, действительно здесь летает русский дух. Посмотрите наших гостей. У нас в гостях фольклорный ансамбль «Вечера». Здравствуйте, представлю всех поименно. Алексей, здравствуйте. Наталья и Елена. Здравствуйте, уважаемые девочки. Я предлагаю сразу не томить наших телезрителей, потому что вы не слышали, как распевались мы перед настройкой. Пожалуйста, просим. Давайте сразу с праздничной песни. Прокомментировать, да, можно? Можно, конечно. Ну, мы споем тогда свадебную песню, потому что свадьба — это тоже один из самых таких значимых праздников, да, событий. Событий людей. Свадебная песня Нефтегорского района, села Семеновка. Ой, козинка, белорозинка, по приволенью скачет, ох, иляра, иля-ли-ляра, по приволенью скачет, поскакивала, подразнивала на серого волка, ох, иляра, иля-ли-ляра, на серого волка. Ой, волочинка, ой, серая, я тебя не боюсь, ох, иляра, иля-ли-ляра, я тебя не боюсь, не боюсь, да не боюсь, в трассе схоронюся, ох, иляра, иля-ли-ляра, в трассе схоронюся, девки пляшут, венки вяжут, а Клавдюшки нету, ох, иляра, иля-ли-ляра, а Клавдюшки нету, выходила Алексеевна за новые вороты, ох, иляра, иля-ли-ляра, за новые вороты, растеряла Клавдеюшка кружевые бархоты, ох, иляра, иля-ли-ляра, кружевые бархоты, кружевые бархоты, кружевые бархоты, девчонки при пляске, ох, иляра, иля-ли-ляра, девчонки при пляске, да навалились на Алексеевну большие заботы, ох, иляра, иля-ли-ляра, большие заботы, большие заботы, большие заботы, бабе работы, ох, иляра, иля-ли-ляра, бабе работы. Спасибо большое. Я думаю, наши телезрители уже как-то зажглись, потому что, мне кажется, русские песни, они всегда поднимают дух, поднимают настроение. Есть, конечно, я понимаю, что и грустные песни, да, какие-то. Скажите, пожалуйста, ансамбль «Вечера», как давно существует, как давно радует своих поклонников творчеством? Ну, существуем мы не так уж давно. Нам в этом году будет 5 лет. Не так уж давно. Ну, в принципе, знаете, ну, уже да, достаточно. Ну, был там в разном составе, в разных там каких-то творческих поисках, так скажем. Но вот только самарской традицией мы занимаемся еще меньше. Это, наверное, где-то 3 года примерно. Вот только самарской традицией мы занимаемся, а последнее вот время занимаемся только вообще исключением одного села и поем. Это село, и потому что у нас там жива, дай бог ей здоровье, бабушка, которая нас подпитывает своими песнями, своей энергией. У нас там жива еще бабушка, которая сохранила костюмы, традиционную одежду. И не только она, там 2 бабушки с такими ценностями, так скажем. И поэтому мы вот решили, что это наше... Ну, что пока что нам достаточно одного села, пока, к счастью, живы вот... носители традиции. Поэтому мы занимаемся селом Семеновка Нефтегорского района, поем их песни. Ну, конечно же, и в другие села ездим в экспедиции, изучаем. Но вот в основном
сейчас пока что вот у нас одно село. Так, неужели, вот наши телезрители, мне кажется, у них тоже возник вопрос, неужели в одном селе столько много традиций, столько много песен, что можно изучать его не один месяц, не один год? Я вам больше скажу, мы к этой бабушке ездим с 2010-го, ну вот практически с основания ансамбля. И каждый раз, когда мы к ней приезжаем, это Клавдия Алексеевна Рыкова, скажу, для всех телезрителей. Mm-hmm. Привет, я думаю, ей передаем обязательно. Да, привет ей огромный, мы ее очень любим, мы с ней постоянно созваниваемся, потому что для нас человек уже не как там, носитель традиций или что-то, она как наша родная как наша бабушка. Да. И мы к ней уже ездим не как в экспедицию, а как просто в гости проведать. И у нас уже не стоит цели записать от нее чего-то, ну, как правило, уже не стоит цели записать что-то новенького, но, тем не менее, каждый раз, вот сколько бы раз мы ни приезжали за 5 лет, а ездим мы к ней не раз в год, то есть как минимум там несколько, да, каждый раз она нам что-нибудь новенькое выдает. Поэтому вот, а представляете, если бы в селе было бы живо еще, ну, там, больше бабушек, да, которых mm-hmm. была бы такая же гениальная память. В самом деле, можно по одному селу очень много традиция, она разнообразна. Там и детские да. песенки она поет, и сказки рассказывает, и по-баски. Это все тоже много, традиция. Очень много жанров да. мы от нее. И духовные стихи, и лирические песни, и шуточные какие-то. Тот же, те же свадебные песни. Свадебные песни — это целая кладезь да, разных характеров. Обряд. Да, целый обряд. Там и песни, под которые плачут, и песни, под которые смеются, и песни, которые славят. То есть это такое... Такой комплекс традиций, что, конечно, за один год, за один раз это все нельзя изучить. И, наверное, в каждом селе такое было, но, к сожалению, сохранилось не во многих селах. Ну и к тому же мы преследуем цель не просто вот переносить, да, вот послушать песни и их там повторить, как получится, а мы стараемся все-таки перенимать позицию, манеру, говор, диалект этих жителей, так движение, скажем, этого села. Если что-то еще какие-то, можно. Ну да, то есть стараемся максимально приблизиться. И вот нам, мы поняли, что изучали несколько разных сел, песен разных сел, и поняли, что вот это нам все-таки по духу как-то ближе, по крайней мере, пока что. Вот нам это очень... Ну, мы как свои эти песни вот действительно поем. А насколько очевидна разница между селами? Я имею в виду, опять же, вы сказали, по гору, традиции, да. по движениям даже. Действительно это так видно? Ну, по крайней мере, вам, как уже людям, которые да. так или иначе изучают какие-то традиции. Самара? Действительно, ну, Самарская область, она много разных национальностей, много в Самарской области. Много очень переселенцев, и люди приносят свою традицию, перенимают местную, и этим обусловлена разность. Ну, даже не на национальности, песни, ну, да. немножко, Наташа не так выразилась, ну, не на национальности, да, а когда было заселение Самарской области, оно было из тех людей, которые приезжали с разных уголков, то есть это были русские, допустим, там, да, из Волги, из Тамбова, из различных уголков России, и поэтому они приносили какие-то свои традиции, приезжали со своими, и потом формировалась такая общая какая-то традиция, допустим, села, но с оттенками теми, которые они привезли как бы с собой, там, либо с северных частей России, либо там с южных. То есть у нас в Самаре очень такое все пестрое, и вот когда приезжаешь в какое-то село, это, может быть, не сразу видно, но, как правило, они друг от друга очень различаются, и сразу можно увидеть, что здесь что-то южное, здесь там окают другой деревни, здесь там акают, и, конечно, даже села одного видно. Района могут да, очень могут сильно друг от друга разными. Отличаться. Абсолютно. Просто это еще заметно по одежде. Вот у Клавдии Михайловны Кокуриной мы обнаружили вот два сарафана, рубаху. И когда мы стали рассматривать и соотносить с тем, на что же это все-таки было бы похоже, но это настолько похоже было на, ну, похоже на тамбовскую традицию, что ну, мы понимаем, что даже если они не помнят этого, что это их родители, бабушки, дедушки и куда-то туда дальше, что, скорее всего, где-то, возможно, были эти переселенцы с Тамбовщины, которые вот не перенесли стиль одежды. И эту одежду донесли вот до того момента... Вот, и они воспринимают ее как свою. Да, и они ее воспринимают как свою семеновскую. Мы ее воспринимаем как свою родную самарскую семеновскую традицию. Хорошо. Ну, коль уже заговорили о одежде, о костюмах национальных, я так понимаю, что Вечора не только да, еще и поет, и своим голосом радует, но и как-то изучает историю костюма. Правильно? Да. Да. А, можете как-то описать? Вот, я так понимаю, что тоже же своеобразные? Да. Угу. Здесь костюмы... Мы стараемся повторять комплексы костюмов, то есть полный комплекс какой-то области, то есть то, что носила одна бабушка в один и тот же момент. Но иногда это бывает очень сложно,
Потому что в Самаре, ну, сейчас вот проводятся работы, и да, сейчас собрано больше костюмов, но вообще не так много образцов, по которым мы можем шить. Угу. Ну, мы сейчас, наверное, каждый расскажет про свой костюм. Ну, а иногда просто вот хочется, допустим. Да, хочется. В Самаре такого не было, но да. Это вот мне, допустим, вот на мне пермская рубаха, она вот с таким воротничком, ну, здесь его за платком не видно, с отлаженным воротничком рубашечным. Это пермская рубаха, я шила по пермскому образцу. Почему? Потому что просто мне, ну, случайно попалась ткань, и я увидела, что точности из этой ткани была вот пермская такая вот рубаха. Она есть в музее. И я захотела повторить, думаю, почему бы и нет, если у меня есть такая ткань, почему бы не повторить эту пермскую рубаху. Тем более, что у нас в Самарской области, в принципе, тоже в некоторых селах были с такими воротничками рубахи. Поэтому я вот пошила рубаху пермскую. Сарафан у меня обычный круглый, он бытовал, в общем-то, повсеместно. Он называется либо круглый, либо московский круглый. Да, кубовой. То есть, да, вот такой. Ну и фартук, он, в общем-то, тоже ко всем праздничным одеждам, ну, белый к праздничным, там какие-то, может быть, вот такие передники, это, ну, могли уже к бытовой одежде относиться, вот. Пояс, в общем-то, тоже неотделимая, так скажем, необходимая часть любого костюма, хоть мужского, хоть женского, хоть даже детского. Пояс обычный, тканный тоже. Платок, вот, скажите, платок. Пожалуйста, что у вас надето под платком? Под платком еще платок. Вот, это, ну, здесь под платком могли быть, мог быть, ну, как у меня, тоненький какой-то платочек. Это в целях практичности, во-первых, то есть, чтобы меньше пачкался, так скажем, верхний, ну, праздничный платок, да, праздничный платок. Во-первых. Во-вторых, могли быть не платки тоненькие внизу, а могло быть повойник мог быть. Это женский головной убор, который надевался под платок. Вот, это поэтому мы говорим про Самарскую область там? Да, поэтому, в общем-то, тоже бытовал такой везде, повсеместно. Наталья, ваш чем мой костюм отличается? Повторяет костюм Саратовской губернии, села Русская Норка. Я его делала именно, чтобы повторить. И, ну, выставляла его на конкурс. Костюм состоит из подгрудного сарафана, на самом деле он другого цвета, он бордовый. Рубаха, она здесь простая, с прямыми поликами, а внизу, там, где не видно никому, кроме моего мужа, вышивка, наборная вышивка. Фартук, как сказала Лена, он, нельзя сказать, что праздничный, ну, такой, но не повседневный. Может быть, куда-то на выход, но не на самые большие праздники. Вот. Платок – это имитация барановского платка. Это известная мануфактура, которая делала ткани. Но сейчас в России такого нет. Эти платки, ну, как бы, имитируют, просто напечатаны. Ну, и также под платком у меня нижний платок. И у меня еще есть лакомка. Это карман. Вот, он тоже присутствовал на саратовском костюме. Ну, это карман на пояс одевается. И тоже пояс в таких цветах. Цвета настоящего костюма синие, но этот костюм сделан в таких цветах, потому что эти цвета более характерны для Самарской области. Ну и Алексей, расскажите, пожалуйста, о мужском костюме. На мне, ну, кожаная обувь, потому что Самарская область никогда не страдала бедностью, и поэтому, ну, деревянную обувь носили мало, и, ну, многие могли позволить себе того или иного качества кожаную обувь. Потом порты мужские. У них очень интересный крой с очень большой ластовицей между ног. Вот как сейчас любят молодежь, ну, в свое время носила с очень опущенные такие, да, с очень опущенным центром штаны. И рубашка, ну, многие могут подумать, что это украинская рубаха. На самом деле, ну, развею этот миф, потому что, ну, вот такая вышивка розами, она появилась в свое время после того, как один из мануфактурщиков, Браккар, стал, ну, сделал такой первый маркетинговый ход в сфере душистого мыла, который продавали просто брусками. Он стал свое мыло заворачивать в бумагу, а на бумаге рисовал схемы. И поэтому эти схемы разошлись по всей России, и эти схемы присутствуют на рукавах, на фартуках, на нижних рубашках, на верхних рубашках, на платках повсеместно по всей России. И поэтому, ну, сказать о том, что это вот именно украинская какая-то традиция, это, ну, нельзя. И, ну, украинские розы, они тоже имеют свой характер, там, свою природу. И, как бы, здесь
осталась архаичность все-таки более... Ну, более это рисунка, потому что этот рисунок, он все-таки остался симметричным, и он не хаотичен. То есть многие степные народы, которым важно было скотоводство, им нужно было, чтобы уродилась трава, чтобы накормить скот, они, вышивка у них как раз вот присутствовала, растительность, но она была хаотичная по одежде, то есть там какого-то особого рисунка, повторения, симметрии, ничего не видно было. Здесь же наоборот, то есть симметрия, то есть все-таки квадрат, крест, то, что было традиционно для земледельных районов, оно здесь все-таки присутствует, несмотря на то, что в таком растительном виде. Вот, то есть вышивку делала моя супруга Наталья, шила рубашку я сам. Вот, даже сюда пришлось, правда, заказывать ткани, потому что... Вот, это вопрос, который волнует, опять же, меня. Современные ткани. Можно ли найти что-нибудь такого, чтобы воспроизвести костюм национальный? Можно, но очень тяжело на самом деле. Но, тем не менее, сейчас все чаще и чаще появляются на рынках, так скажем. Но в основном это интернет, какие-то магазины. Вот у нас в Самаре есть один, наверное, единственный магазин, в котором есть такие ткани. Но все эти ткани, они американские или корейские? Да, потому что вот были увезены туда. И если корейские, японские, они просто несут в себе цветочный орнамент, который, допустим, подходит под русскую традицию, то есть такая, скажем, информация, не совсем подтвержденная, о том, что в свое время эти барановские печати были вывезены в Америку. И поэтому сейчас из Америки возят наши русские традиционные ткани. Ну, действительно, очень похожие. Да, очень похожие. Там же действительно, у меня, у Наташи, у тебя тоже, у меня полностью костюм — это американский ситец. У меня тоже. Кстати, но который очень приближен к нашим. Как удивительно, слушайте, действительно, какой-то необъяснимый, необъяснимый. Очень незаслуженно забывают однотонные ткани при пошиве костюмов, потому что в Самаре, конечно, однотонные ткани очень характерны и очень распространены, наоборот, тяжелее найти сарафан в цветочек, поэтому мы этим и спасаемся часто. Хорошо. Однотонные ткани можно как раз найти и в России, и российских производителей, те же шуйские, бязи, они наконец-то вышли на тот уровень качества, из которого можно шить одежду, а не только платочки. Я предлагаю еще раз наши телезрители порадовать вашим творчеством. Что исполните? Давайте мы исполним нашу, наверное, одну из самых старых песен, которую мы поем очень давно. Это тоже «Село Семеновка». Лирическая: «Кого дома нету». Кого дома нету, того мне более надо жаль. Жале, жале, жаль. Ехе, адье, ела де ночь, эх, и ночь под горою лаву, кольцо де я клала. Ох, по утрам я рано встава, ала де за, эх, и залива. Пуховые мои да диве подо, ложки депо, ох, и потону, леди вы горьких вас слеза. Ох, да распуховые
моя де адя я. Аладене, ох, не согрее. Спасибо большое, что были у нас в эфире сегодня. Спасибо большое, что порадовали нас своим творчеством. Вам желаю, конечно же, творческих успехов и много освоить каких-то тайн, которые хранит, наверное, еще самарская наша земля. Действительно, очень необъятная и очень интересная. Договорились? Спасибо вам. Спасибо большое. Что ж, ну а мы смотрим, как же жители нашего города будут проводить День России сегодня. Ну и возвращаемся в студию. Ну, в Крым, наверное, надо сейчас всем ехать в Крым, потому что, понимаете, значит, такая обстановка, все, Крым, курорт, самый первый такой. Поэтому пусть едут все в Крым. В Севастополь теперь все едут смотреть, что там, как, красота, это к морю. Теперь, в принципе, за границу не обязательно ехать, можно в Севастополь поехать. Желающие могут к морю поехать, на Черноморское побережье могут посетить Сочи, Анапа, Крым, как сейчас популярно говорить. Ну, а для экскурсии очень может подойти и Санкт-Петербург, Нижний Новгород. Город Петрозаводск, который по пути следования маршрута, который идет до Соловков. Очень прекрасный город Петрозаводск. Мне он очень понравился. Там Петр, ну, большое производство возродил в свое время. Красивая набережная. Не знаю, мне очень понравился. Я думаю, что Ялта. Я не был ни разу в Крыму. И хотел бы посетить Крым, Ялту, Симферополь. Вообще посмотреть достопримечательность этого края. Лазаревская, вот тоже я там отдыхала. В Лермонтово, вот прям прекрасно. Море рядом, недалеко. Крым. Потому что это наша земля. Только Крым. Только Крым. Ласточкино гнездо. Куда еще можно ехать? Нет лучше этого края. Я еще пока не думала. Наверное, буду работать, как всегда. Мы отмечаем на природе. С мужем на даче. Будем, конечно, День России отмечать. Наверное, с семьей дома. А как? Как обычно, салаты и все такое. День России, если честно, не знаю, куда-нибудь сходила, на набережную бы. Что-нибудь такое подобное. А вообще этот праздник любите? Я, честно, никогда не отмечала. Просто как-нибудь так прогуляться, и все, вот день как обычно. Ударной работой на даче. Ударным трудом, отдыхом. У меня госэкзамен, я, наверное, буду учить к 13-му. Вот, ну да, буду праздновать, как смогу. А я буду в деревне, там. У меня лопата и грабли. Самые лучшие, нет. Ну, конечно, как истинный патриот, я люблю День России. Но отмечать, естественно, как и все, отмечать с флагом. Да, любим и ждем, но праздновать будем, как обычно. В общем-то, на природу, и там будем отмечать этот праздник, потому что в квартире душно, а на природе праздник ощущается более лучше. А вообще, да, День России – это наш праздник, и мы будем его отмечать. А как будете отмечать? Может, на природу поедете? А мы поедем на дачу и будем на даче отмечать этот праздник. Это замечательно. День России – это наш праздник. Что ж, ну а мы этот праздник отмечаем здесь, в эфире универсального формата, и знакомим вас с интересными людьми и с интересными коллективами. Кстати говоря, не успели мы вам рассказать еще вот такой вот замечательный сборник. Вышел, собственно говоря, передали мне наши предыдущие гости из ансамбля «Вечера». Здесь собраны как раз песни, которые исполняет Клавдия Алексеевна. Именно она, именно ее песни, ну, собственно говоря, частичку вы слышали у нас в эфире. Так что вот такой замечательный сборник, я думаю, возможно уже как-то приобрести. Да, мне отвечают наши гости за эфиром, поэтому, конечно, возможно. Если понравилось, если что-то интересно, то звоните 202-1122, мы всегда рады ответить вам на все ваши вопросы. Что ж, немножко с песнями познакомились, теперь предлагаем перейти к танцам. Но мне кажется, Россия без танца, это, мне кажется, не Россия, потому что русский народ любит потанцевать, любит повеселиться. Итак, я вам представляю клуб русского танца «Повертуха» в лице Татьяны. Здравствуйте. Андрей. Еще одна Татьяна, и рядом со мной расположился Александр. Александр, здравствуйте. Ну, рассказывайте, «Повертуха», как давно он существует?
в Самаре? Ну, клуб мы открыли с открытием Самарского центра русской традиционной культуры. Это буквально три года назад, да, центру три года вот исполнилось 18 мая. И, собственно, да, вот открылся такой клуб, где собирается молодежь, где, так сказать, я собираю молодежь, и мы изучаем пляску, изучаем танцы, сольную пляску, вот, основы, так сказать, и кадрили, которые, вот, и танцы, которые мы записываем по Самарской области. Угу. То есть, опять же, это танцы именно наши, которые наши, идут, да, из того времени, это не стилизованные? Нет, это не стилизованные танцы, это именно те кадрили, которые танцевали еще на рубеже 19 века, то есть конец 19-го, начало 20-го, да, танцевали наши бабушки. Вот, мы записываем по разным районам. Вот самый танцевальный район у нас оказался, это Приволжский район. Мы там записали 4 или 5 кадрилей. Mm-hmm. Вот, в другом районе пока вот такого количества еще пока не было. Ну, немножко меньше записали в Приволжском районе кадрилей. На самом деле, вообще бытование кадрилей было повсеместно. По Самарской области встречаются и в описании, что очень много самых разных. Но почему-то вот так повелось, что не фиксировали их и вот не считали это нужным. Вот. Хотя, как мы сейчас понимаем, что очень даже зря. Потому что это совершенно такие уникальные, интереснейшие танцы, которые это танцевали на вечерках. Молодежь собиралась на какие-то праздники. Как правило, в селе бытовала какая-то одна кадриль. То есть форма вот, там, да, одна, ну, реже две удается записать. Вот, конечно, сейчас это единичные какие-то бабушки, которые помнят и хранят. Их еще мы приезжаем большими группами. Бабушка нас расставляет и показывает на нас, как танцевали. Да, то есть мы сами встаем, спрашиваем, так, если не так, она исправляет. Такая вот ты не туда реконструкция пошел, из небытия фактически. Не так топнул. Вот да. У нас, да, получилось. То есть, я правильно понимаю, раньше все село знала один танец, и если что, на каком-то празднике, на каком-то событии все вставали в пляс и уже знали, что делать. Да. Было, да. Это вот такой кадриль, это такая форма, наиболее архаичная форма хороводы, да, когда собирались, нам тоже удавалось их фиксировать в Самарской области, хороводы. Вот Троица у нас, в общем-то, не так давно была. Угу. Самый период, можно сказать, хороводный такой, да, когда водили, пели вешние песни, водили хороводы. Вот. И потом, когда хороводы начали уже свою как-то актуальность терять, на смену им пришли кадрили. Вот, это уже как бы такие танцы уже, ну, скажем, более городские, да. Но что интересно, они впитали в себя какие-то элементы хороводов, какие-то фигуры. Вот. И, собственно, потом кадрили ушли из бытования, потому что это достаточно сложная форма. То есть, их запомнить, все фигуры запомнить, это сложно. Вот. То есть, вот, например, у нас Богатовский район, село Курапывка есть, угу, известнейшая Кураповская кадриль, мы ее реконструировали тоже. Вот, сложнейшая, вот, на мой взгляд, то есть только на мой взгляд, очень интересная форма, под песни. Вот обычно исполнялось либо под наигрыш, под гармошку, под балалайку. Да. В данном случае... А вот в Курапке кадриль исполнялась под песни. Каждая отдельная фигура исполняется под одну определенную песню. Да, это очень интересно. Вот. Но потом ушли кадрили, и на смену им пришли бытовые танцы. Парные танцы. Такие, как «Краковяк», «Полечка», «Спецмесяц», «Под Испань», ну, «Карапет», да, и так далее. Это еще то, что помнят наши бабушки. Угу. И даже мамы многие еще помнят. Надо пораспрашивать. Я уверен, что очень интересно будет узнать, что танцевали. Мама помнит, что бабушки рассказывали, что вот «Краковяк» точно помнили, или там «Полечку». Вот два танца вспомнят, это хотя бы вот просто упоминание, что «Краковяк» танцевали точно. Угу. Но что самое, наверное, интересное и главное, что вот многообразие, как и песенное, да, вот в каждом селе по-своему, такое же многообразие танцев было. То есть в каждом обязательно фигура отличалась, да, обязательно какие-то селе были элементы. Опять же, свой. Как мы в первом уже блоке выяснили, то, что действительно в каждом селе, у каждого жителя, да, какая-то своя особенность, я имею в виду села, своя особенность, но как-то так вот все объединяется, и этим все это интересно. Хорошо, Татьяна Александровна, как вам? Действительно ли ребята рассказывают, что сложно? Ну да, на самом деле, как бы, ну, ничего нет, как бы, легкого, на самом деле. Mm-hmm. Жизнь не такая штука, то, что со всеми сложностями бороться. Ну, это на самом деле интересно очень.
ты познаешь это как-то, ну, чем вообще, на самом деле, наши родственники, так сказать, занимались, старче. Вот мы как... Ну, это душевно, я не знаю, ты даже танцуешь и понимаешь то, что это... Да это просто не передать словами. Даже не знаю, сам, как это сделать, но это на самом деле... Вам просто надо это увидеть самим, как бы прийти, посмотреть. Чтобы как это бы, понять, да, чтобы нужно встать и поучаствовать. Да, чтобы это быть понять. Самому, на самом деле, чтобы вот это все... Помню. А со стороны бывает не особо просто. А что все-таки, интерес к чему пришел быстрее? Интерес к танцу или интерес все-таки к русской культуре, самарской культуре? Да, к культуре, к самарской всегда как бы был интерес. Но чтобы его, до него дойти, надо еще найти тех людей, кто интересуется на самом деле этим. Да, потому что это... Саша, например, попал вот в повертуху, да, так, скажем, через клуб русской традиционной песни «Исток». Он начал заниматься пением, а... Получается так, что одно другого танцы неотделимо. И вот и ничего так получилось. Нельзя отделить. Ни танец, песню, вот, ни традиционную костюм. Одежду, да, да. Ничего все это нельзя разделить, конечно. Все это хочу к Татьяне обратиться. Татьяна, как вам? Нравится, не нравится? Ой, мне очень нравится, потому что это вот на самом деле, когда танцуешь танец, вот когда мы кадры восстанавливаем, такое ощущение, что вот просто идет какая-то энергия, как вот от родника какого-то чистого. Вот сама даже не замечаешь, как вот, ну, вот после танцев уже совсем другое состояние наступает. Мне очень-очень нравится. Я тоже давно, как вот Саша сказал, интерес-то был всегда к русской культуре, но где его взять, я пока не знала. Пока вот просто случайно не наткнулась на вечерку, проводимую во дворе. Я как увидела, как это все происходит, вот прям очень захотелось попасть. Поняли, что здесь русский дух, и надо пойти все-таки потанцевать. У нас есть видеосюжет, собственно говоря, наши телезрители смогут увидеть воочию, как же все это происходит. Смотрим, возвращаемся в студию. Так вот весело, задорно проходят, я так понимаю, какие-то фестивали, вечера у вас, да, вечерки, правильно? Да. Как часто? Я понимаю, что часто организуют вечерки. Вечерки мы проводим раз в месяц в центре стабильно, то есть кроме постов. Периода, когда пост. Да, то есть традиционно в это время не проводили вечерки. Мы придерживаемся, конечно, это не случайно, придумано не нами. Вот. Надо сказать, что направление вот вечерок, оно сейчас очень... Развивается. Ну, скажем, развивается в городе Самара, но
В некоторых местах не в ту сторону. В некоторых местах не в ту сторону. Но это явление объяснимое, потому что все, что из малого превращается в большое и становится субкультурой, то, в общем-то, не все хорошо. Угу. Вот. То есть здесь достаточно глубоко все и серьезно. То есть если костюм, то вот он вот такой вот не просто костюм, так. Он одеждой это одежда традиционная. Это если танец, то он танцевался под определенный наигрыш. То есть там целая система. А ну, люди, которые... скажем так, очень поверхностно к этому ко всему относится, ну, очень часто допускают... Пытаются что-то создать, но ляпы такие. Да, да, массу ошибок, начинают водить хороводы с закрытыми глазами под фонограмму «Выйду ночью с поля с конем». И, ну, становится смешно просто немножко, смешно, но да. Мы как-то и сгрустнем где-то, ну, вот да, так, мы стараемся. Да, когда видишь такие примеры, что народ массово, то есть такая масса народа ходит под непонятно что и непонятно для чего они, собственно, это делают, когда сами не понимают, просто вот им сказали пройтись кругом закрытыми глазами, и они пошли, а для чего, много зачем? Много очень спекуляций на тему традиционной культуры сейчас. Это предупреждение такое нашим телезрителям. Да, чтобы очень внимательно. Внимательно и аккуратно, потому что люди, ну, на этом и деньги зарабатывают, я вам скажу, и причем неплохие деньги зарабатывают. Вот, когда человек приходит с открытой душой, да, и уже твоя задача ему что-то дать, какую-то информацию. Конечно, можно ему объяснить это с точки зрения марсианских каких-то там бороздящих просторы Вселенной, там, да, значит, инопланетян, которые нам занесли традиционную культуру сюда на Землю. А можно объяснить непосредственно вот от сахи, да, вот тех людей, которых мы это все записываем и по-настоящему. Но это часто бывает не так интересно. Вот, например, записали мы у бабушки куклу, как она делала куклу, как раньше вот играла, да, а начала ее шить, а в голову золы, значит, золы набила. Приезжаем в Самару, нам говорят: ой, ребята, это же не случайно, зола-то, это же очаг, это же древнее сакральное знание. А бабушки спрашиваем, она говорит: да делали это, когда зимой в основном не работали. Говорит: да что было под рукой? Что было, то и набили. Понимаете? Не надо искать двойную смысл. То есть традиционная культура, она очень близка к жизни, и не всегда такая интересная, может быть, такая яркая. То есть здесь нужно жить. Мне интересно смотреть со стороны, мне интересно участвовать. Только участвовать. О фестивалях. У нас остается не так много времени до конца эфира. Да. Я так понимаю, что недавно прошел фестиваль. Совсем недавно. Прошел? Да. Участвовали? Конечно. Участвовали, Татьяна? Да. Андрей у нас является организатором фестиваля. Ну, целая команда нас. Наши традиции. Наши традиции. 7-й Всероссийский фестиваль традиционной культуры «Наши традиции». 22-24 мая проходил вот только что. Прекрасные коллективы приезжали, у нас гости были, казанский коллектив, Красная Горка, казаки, настоящие станицы Кумылжинского района, Волгоградской области ансамбль «Старина» был, потрясающие коллективы, наши самарские, ансамбль «Вечера», фольклорный ансамбль «Старинка казачьей песни «Вольница», фольклорный ансамбль «Ладушки», фольклорный ансамбль «Исток». В общем, все мы сошлись для того, чтобы сделать этот фестиваль в Самаре и вывести его в Борский район. Угу. Мы дали в Борском районе 12 концертов, все по селам поехали. Из Борского района папа. Вот, прекрасно. Вот мы вот, да, там 3 дня, в общем-то, можно сказать, отгуляли. Прекрасно. Я думаю, получилось. Прошло замечательно. Да, да, я замечательно. Вас поздравляю еще раз с замечательным праздником, День России. Спасибо, что рассказали нам какие-то традиции. Спасибо, что пришли к нам в эфир и порадовали своими замечательными рассказами. Ну спасибо. И танцами по видео. Спасибо. Всего вам хорошего. Что ж, дорогие телезрители, вас еще раз поздравляю с праздником. Ну и, конечно же, желаю вам прекрасных выходных. Пока-пока.